Друзья, вот я уже иду обратно. Недолго побыла у мамы. Как говорят, недолго музыка играла, да? Вот, планы у нас были большие, мы много чего хотели сегодня сделать, но получилось не так, как планировали. Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Маме в дом залетела оса, в кухне на тюль села, и мама говорит, я схожу потихоньку за хлопушкой. А я не знаю, что меня дернуло. Я махнула рукой вот так, рядом с тюлем, хотела как бы прогнать ее, и она меня укусила в ладошку, представляете? Рука распухла, пальцы опухли, болит очень все, невозможно. Прям уже боль вот так где-то до локтя доходит. Ну, рука как будто онемевшая, ладошка вся опухшая. И соседка принесла мазь, вот я намазала где, там, где укус. У нее, у ее мужа укусила оса, и у него рука распухла очень сильно. Он даже был на больничном, не мог работать. Не мог, ну, руль, чтобы держать руль, не мог. И вот меня сегодня тоже так угораздило. Мы думали, конечно, много чего сегодня сделать. День очень хороший, теплый. Посмотрите, у нас на небе облака уже появились. Я шла, когда к маме, было чистое-чистое небо. Сейчас уже облачка такие. Ну, может быть, даже и дождь скоро будет. Видите, какое небо красивое у нас. Голубое небо и белые облака, как барашки. Очень красиво. Ну все, друзья, пошла я дальше. Всем всего доброго.